На календаре 28 декабря. 28 декабря 1889 года стал знаковым в судьбе Петра Алабина. В тот день российский император Александр III повелел объявить тогдашнему самарскому городскому главе высочайшее благоволение. Столь высокой чести Петр Алабин был достоин за особые труды и усердие в деле по возведению в Самаре памятника государю-императору Александру II. 45 лет назад, 28 декабря 1974 года, в Куйбышевском театре «Кукол» состоялась премьера по сказке Петра Ершова «Конек-горбунок». Спектакль поставлен заслуженным артистом РСФСР Романом Ренцем. Оформляли постановку художники Минаев и Хохлов. Ежегодно 28 декабря во многих странах мира отмечается Международный день кино. Поздравления с днем рождения сегодня принимает начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Васильевич Бойко. В народном календаре сегодня Трифонов день. На Руси в ту пору люди замечали, что день начинает пребывать. Они считали, что солнце посылает на землю своих детей лучи, которые прогоняют нечистую силу. А еще погода этого дня предсказывала, каким будет следующий март. Этими другими событиями и фактами был ознаменован 28 декабря в истории. Удачи в делах вам и прекрасного настроения!